Дорогие друзья, решила записать вам новогоднее поздравление. С вами Елена Викторовна, канал OK English. Сердечно благодарю вас за то, что не забываете о моем канале, что возвращаетесь, смотрите, комментируете, обсуждаете, лайкаете, шерите мои видео. И я надеюсь, что все мои старания, которые я совершила в этом году, что все это не зря. За этот год я для вас записала на 3 канала OK English, OK English Elementary, OK English Практика. Несколько сотен видео. Мне пришло 1000 комментариев и лайков. Благодарю вас за обратную связь. Это то, что я очень ценю. Очень многие люди написали мне о том, что прошли мои курсы и уже получили шикарные результаты. Это для меня, как для учителя, показатель того, что я делаю правильные материалы, которые вы цените и которые вам очень помогают. Ну что ж, готовимся к новому штурму английского языка в следующем году. Цените свои знания, стремитесь к знаниям. Знание – это, наверное, тот ресурс, который у нас никогда никто в нашей жизни не отберет. Можно отобрать у нас машины, деньги, квартиры. В общем, любой материальный ресурс мы можем потерять. А что с нами остается всегда? Конечно же, наши знания, наше здоровье, наши чувства, наши мироощущения. Это то, что всегда с нами. Я надеюсь, что на моем канале вы сможете прокачать свои знания. Остальное, извините, это вне моей компетенции. Но знания... Знание языков, умение работать головой, анализировать информацию. Это то, что я считаю крайне важным. Цените знания и хвалите себя за свои результаты. Потому что учитель дает, но ученик должен взять и обработать информацию. Все ваши достижения, которые вы имеете, я надеюсь, что вы имеете достижения в этом году, это все ваша личная работа, ваш труд. Цените это, хвалите себя за свой труд, за свои результаты. Я знаю, что вы у меня молодцы, у меня очень хорошие ученики. И даже со многими из вас я знакома виртуально, но я знаю, что вы у меня молодцы. И я желаю улучшать все ваши наработки в новом году. Работайте, трудитесь, достигайте заветных результатов. И всего вам самого лучшего. Пока. Bye.